следующий понедельник, 4 февраля, откроется маршрут троллейбуса номер 35, который соединит город Дурлешты со столицей. Об этом заявил в Рио Примара муниципия Кишинев Руслан Кодряну. Местные власти также сообщили, что, изучив жалобы граждан, приняли решение увеличить на 1 единицу количество троллейбусов на маршрутах номер 7 и 25. На прошлой неделе мы получили жалобы от пассажиров на деятельность управления электротранспортом. Самое большое недовольство связано с несоблюдением графика. К сожалению, маршруты номер 7 и 25 возглавляют этот антирейтинг. Вот почему мы решили принять срочные меры в данном направлении, сказал Кодряну. В то же время он объявил, что с четверга, 31 января, троллейбус номер 8 будет работать до часу ночи. Ранее был продлен график работы электротранспорта, курсирующего по маршрутам номер 24 и 22. В настоящее время по улицам столицы ходит более 310 троллейбусов, из которых 80 старого типа.